Как известно, в Казахстане стартовал новый проект по использованию специально разработанного приложения в смартфонах, с помощью которого можно свободно посещать общественные заведения. Данный проект начал работу с 26 апреля текущего года. С нашей области он применяется с начала этой недели, 26 апреля. До этого применялся в других регионах в пилотном проекте, в том числе нашей столице, города Нур-Султан, Алматы. В данный момент в нашей области уже идет регистрация по приложению вашим. Это заведения, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, согласно приложению вашим. Эта регистрация идет именно для заведений через «Инфоказахстан». «Инфоказахстан» сайте есть специально. АШИХ – это совместный проект Министерств цифрового развития, здравоохранения и Палаты предпринимателей «Атамекен». Это в целях безопасности жителей и работников бизнеса, в общем, бизнеса. При посещении заведений, где установлены приложения АШИХ, жители согласно смартфон там направляют смартфон на QR-код, и у них будет высвечиваться, к какому зону риска они относятся. Там красная зона, тогда если они в красной зоне стоят, они должны тогда дома находиться. В желтой зоне они должны только посещать, кроме своего, выходить можно только на расстояние 500 метров на продуктовый магазин или аптеки. Если синие зоны, все места можно посещать, кроме где ПЦР-тест нужен, это где-то аэропорт. А зеленые зоны – это без ограничений. Они... Представители какого-либо заведения, которое вы желаете посетить, увидев ваш статус, уже будут знать, что ваше общество безопасно для других посетителей. Этой возможностью воспользовалось руководство одного из ресторанов города и внедрило в своем заведении данное приложение. Наш ресторанный комплекс «Наш двор» является участником пилотного проекта «АШИХ». Чтобы обезопасить наших гостей от этой болезни, чтобы контролировать каждого гостя, проверять их каждого статус, мы установили себе приложение «АШИХ». Это для того, чтобы государство, министерство придумало для того, чтобы проверять эпидемиологическое состояние страны. Когда вы к нам приходите, обязательно вы должны для себя скачать в телефоне приложение АШИХ, просканироваться. Если же у некоторых людей, например, нет телефона, мы можем его статус проверить через ИИН. Это как бы не считается, мы не считываем никакую информацию с его документа, пускай гости наши не боятся насчет этого. Это для того, чтобы облегчить нашу работу. Если у нас будет стоять приложение АШИХ, то в дальнейшем, если мы находимся в красной зоне, то мы можем работать как по желтой зоне. По желтой зоне, получается, мы можем работать, до этого мы работали, например, до 10, сейчас мы можем работать до 23:00, и выходные дни тоже мы можем работать. Гостей мы будем также сажать по 4 человека, но мы можем сажать сейчас гостей примерно где-то 50 человек или 50% заполняемости. Да. Приложение АШИХ доступно для скачивания каждому пользователю смартфонов. Приложение устанавливается в ваш телефон. Войдя в приложение, необходимо навести его на QR-код, затем ввести свой ИИН. Информация считывается, и вы уже знаете, какой у вас статус. А сейчас наша съемочная группа на себе решила попробовать, как работает это приложение. Приложение АШИХ мы скачали в свой смартфон. Сейчас мы попытаемся зарегистрироваться. Наводим камеру на QR-код. Таким образом, пройдя своеобразный тест, проверку, вы с уверенностью о своей безопасности будете посещать различные заведения. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то у ресторанного комплекса «Наш двор», в который мы попали со своим статусом синего цвета, появляется возможность с 5 мая расширить круг посещаемости. То есть, возможно, откроются и другие залы, считает представитель заведения. Майя Амирова, Утепирген Харасай, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».